Shivada, Shivada Maki, Shiva Prabhupada Ki, Nitai Gaura Premanandi. Слава всем собравшимся преданным. Ом намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна, дорогие преданные. Сегодня мы продолжим читать четвертую песню Шримад Бхагаватам, 24 глава, песня, пропетая Господом Шивой. Да, меня старшие попросили прочитать, и кто ответственный за будние дни. Ну, они просто не знали, что приедет Арджуна Кришна Прабху и Сиддхартха Прабху. Поэтому они бы поступили по-другому, если бы знали. Поэтому я прошу ваше благословение, чтобы как-то хоть быть полезным себе в первую очередь и вам нужно. Спасибо вам большое. Прочитаем 23 стих. Татра гандхарва марканья. Дивья марга манохарам. Висисмью раджа путрасте. Мриданга пана баджану. Татра гандхарва макарня. Дивья марга манохарам. Висисмью раджа путрасте. Мриданга пана баджану. Татра гандхарва макарня. Дивья марга манохарам. Висисмью раджа путрасте. Мриданга пана баджану. Татра гандхарва макарня. Дивья марга манохарам. Дивья марга манохарам. Висисмью раджа путрасте. Висисмью раджа путрасте. Мриданга пана баджану. Мриданга пана баджану. Татра гандхарва макарня. Татра гандхарва макарня. Мриданга пана баджану. Татра гандхарва макарня. Дивья марга манохарам. Висисмью раджа путрасте. Татра гандхарва макарня. Дивья марга манохарам. Висисмью раджа путрасте. Мриданга пана баджану. Спасибо большое. Татра. Там. Гандхарвам. Музыкальные звуки. Акарья. Слыша. Дивья. Райские. Марга. Симметричные.
Манахарам. Красивые. Висисмигу. Они изумились. Раджапутрага. Все сыновья царя Бархишата. Те. Все они. Мриданга. Барабаны. Панава. Литавры. Ади. Все вместе. Ану. Всегда. И вот и комментарий о божественной милости Абхачарана Равинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки. Сыновья царя были изумлены, услышав бой барабанов, гром литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами. Комментарий. Помимо того, что озеро было усыпано цветами лотоса, а на его берегах обитало множество живых существ, над озером постоянно звучали чудесные мелодии. Можно ли сравнить подобную сцену с лишенной разнообразия безрадостной пустотой, о которой твердят имперсоналисты? На самом деле предназначение живого существа заключается в том, чтобы достичь совершенства, сат-чит-ананды, вечности, блаженства и знания. Поскольку имперсоналисты отрицают разнообразие творения, они лишены возможности испытать трансцендентное блаженство. Место, куда пришли прачеты, было обителью Господа Шивы. Имперсоналисты, как правило, поклоняются Господу Шиве. Однако обитель Господа Шивы отнюдь не лишена разнообразия. Так что куда бы ни попал человек на планету Господа Шивы, Господа Вишну или Господа Брамы, он найдет там разнообразие, которым наслаждаются те, кто обрел знание и блаженство. Конец комментария. Татра Ганхарва Макарам, Дивья Марга Манохарам, Висисмию Раджа Путрастен, Риданга Панавадянам. Сыновья царя были изумлены, услышав бой барабанов, гром литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами. Ум Агьяна Тимирангася, Агьянам Жана Шалакая, Чакшурун Милитам Вина Тисмаши, Гурве Намаха, Шри Читанья Манобиштам, Спатитам Вина Бутале, Своим рупа кадам агьям дадати сва кадам тикам ванча калпа тарубишча крипа синну бевача патита нам паване пью вайшнаве пуманама ума джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхар шри васити гаура бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Да. Спасибо всем за такую возможность присутствовать на Бхагаватам, да, и когда читаешь Бхагаватам, когда сам готовишься, то начинаешь понимать, о чем вообще хотя бы глава Бхагаватам, да, о чем здесь говорится. Поэтому даже вот если два стиха из всей главы прочитаешь, то можно, в принципе, уже хорошо изучать Бхагаватам. Да, потому что, готовясь к одному стиху, как правило, нужно прочитать и главу, да? Ну, хотя бы соприкоснуться с ней как-то, понять, о чем она. Да, удивительная глава. И мы потихоньку приближаемся к кульминации этой главы. И кульминация главы, да, будет, ну, она, собственно говоря, озвучена в ее названии, да, это песня, пропетая Господом Шивом. Эта песня, да, это удивительные молитвы. Это удивительные молитки, не из одного десятка стихов они состоят. И они полностью описывают Господа. Ну, как бы, может, не полностью, да, полностью невозможно описать, но в очень большой степени. Господь Шива дал эти удивительные молитвы прачетам.
И мы и когда мы прочитаем эти молитвы, да, мы поймем, что Господь Шива, Он удивительный преданный Господу. И говорится, что Господь говорит, что преданный не тот, кто мне предан, а тот, кто предан моему преданному. И поэтому, когда мы узнаем о ком-то, что кто-то так предан Господу, да, то мы его начинаем очень-очень сильно почитать, да, очень сильно уважать за это, как минимум. Поэтому раньше, когда говорили, Господь Шива, ну, даже второе оскорбление есть, да, приравнивать именно Господа Шиву и Вишну. И когда говорили, Господь Шива, и там есть шиваиты какие-то, есть это, и какое-то такое отрицательное немножко было отношение к Господу Шиве. Да. Ну, такое. А когда узнаешь на то, ну, то, насколько предан Он Господу, да, тогда появляется удивительно великое уважение к Нему, почтение. То же самое происходит и в обществе преданных, когда мы соприкасаемся с преданными, мы сначала не можем не знать, кто он, да, или просто по внешнему судить о преданном. Но когда мы соприкасаемся с этой преданностью, да, которую человек проявляет по отношению к Богу, тогда мы начинаем по-настоящему ценить, по-настоящему уважать эту личность. И эти три стиха, да, этот и предыдущие два, они описывают красоту места, в котором обитает Господь Шива. Да? И это не то, что да, Господь Шива, Он выбрал это место и туда поселился. Да? Как бы можно предположить, что это место, оно становится таким тогда, когда там начинает обитать такая личность. Да? И тут то же самое, мы не раз слышали, что место паломничества делает не само место, а делают те святые, которые живут в этом месте. То же самое и храм, да, когда люди приходят не просто в храм, они хотят видеть здесь людей, которые поглощены, да, которые поглощены служением Богу. И тогда это именно привлекает, потому что все остальное, вся остальная красота в этом мире, она везде есть. И в храме не увидишь, ну, как бы что-то более красивое, внешне, материально. Шишинитая Гаура Чандра Кейджи. Шри Джаганнат Шри Балдев Шри Субхадра Майя Ки Джай. И эта атмосфера, да, как мы видим, она зависит от того, кто в ней обитает. Часто мы, живя в каком-то месте, мы хотим просто изменить место, да? Ну, куда-то перейти, куда-то переехать, куда-то уйти, убежать. И иногда это как бы уместно, да, потому что изменить место, например, которое относится к невежеству, да, невежественное место на благостное. Например, но тогда, когда мы переедем в это место, нам придется менять себя, да, потому что нам придется соответствовать, ну, своими качествами тому месту, которое есть. Поэтому мы должны это, ну, учитывать. Место менять — это неплохо, это нормально, но ненормально не менять себя, изменив место. Мы должны понимать, что работа внутренняя должна в первую очередь происходить. И если мы даже зайдем в комнату, да, к человеку, который живет в неблагости, то у нас сразу успокаивается ум. У кого был опыт такой в жизни? Был у кого-то опыт, когда заходишь, но пока Сиддхарты Прабху нету, я могу о нем сказать, да. Это удивительный преданный, к которому заходишь в комнату, и сразу меняется настроение, сразу, ну, спокойствие ума возникает, потому что там чистота, да, там чистота внешняя, чистота сознания, и это влияет очень на тех людей, которые соприкасаются с этим. Рамарупа Прабху вчера в лекции говорил, что если мы будем кушать и оставлять после себя, да, потом опять кушать, опять оставлять, то через некоторое время это место превратится в ужасное место. Ну, это гунабласна, власть, понятно, она не должна быть самоцелью. Она должна быть как инструментом. То есть мы должны понимать, что культивируя гунаблагости, мы сможем
тогда успокоить свой ум, и уже в этом спокойном уме мы сможем понять эти молитвы, да, которые Господь Шива произносит в этой главе. И мы к сегодняшнему стиху перейдем. Итак, интересно, что сыновья, да, прочеты, они, услышав гром барабанов, бой барабанов и гром летав, и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами, они изумились, да, они были изумлены. Интересно, что раньше ж не было магнитофонов, да, записывающих устройств, да, поэтому они не понимали, откуда эти звуки происходят. Для них это было изумительно. Они потом, дальше будет говориться в следующих стихах, что они потом увидели, как Господь Шива, Он выходит, да, со спутниками, со своими, которые играют на музыкальных инструментах. И дальше в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что цветы, да, эти живые существа, множество живых существ, над озером постоянно звучали чудесные мелодии. Можно ли сравнить подобную сцену с лишенной разнообразия, безраздельной, безрадостной пустотой, о которой твердят имперсоналисты? Шрила Прабхупада, он часто, да, в своих книгах, он говорит об имперсоналистах, да, он говорит об этой пустоте, которая, а пустота — это что? Это избавиться, да, избавиться. Нам хочется, мы в своей жизни множество страданий каких-то перенесли, каких-то очень сложных ситуаций, и нам хочется избавиться от этого, как бы, чтобы нас ничего не беспокоило. Но так как мы еще не всегда соприкасаемся с духовной реальностью, да, которая полна разнообразия, то нам хочется, как бы, мы не знаем еще этого, забыли об этом, да? Нам хочется просто избавиться от страданий, а просто избавление от страданий — это пустота. Да? И по своей природе душа, она обладает качествами сат-чит-ананда, да, мы об этом множество раз слышали, и считается, это цель человеческой жизни, да? То есть обрести эти качества. И вот ананда, она как раз уходит, да, блаженство это уходит, если нет разнообразия. То, чем Шрила Прабхупада здесь пишет, что если нет в нашей жизни разнообразия, разнообразия в отношениях, да, разнообразия, то это, ну, это ананда, это блаженство, оно уходит. И даже в материальном мире, да, разнообразие, оно приносит какое-то материальное наслаждение всегда. Ну, ум, он всегда чем-то привлекается, он всегда чем-то привлечен, ищет каких-то картинок. Мы тоже недавно разговаривали, ты с Игорем Прабу, что вот это сейчас удивительное самое изобретение человечества, да, оно очень простое, но оно очень, очень удивительное, оно, ну, как бы поглотило умы всех людей практически в этом мире, да, это такое продвижение кали-юги огромное. Это обычное маленькое такое колесико, да, на мышке. Обычное колесико на мышке. Но даже когда человек заходит, да, в компьютер, и там куча новостей, да, и он начинает, ну, как бы, ему сложно, если было бы, как раньше, да, прокручивать эти стрелочкой все, да. А здесь колесико есть, и постоянно ум, он постоянно видит разные картинки, он постоянно привлекается, ему всегда интересно. И он такой воплощен. Можно посмотреть за человеком, да, который сидит за новостями в интернете, да, и он этому уделяет, он не может оттуда оторваться, потому что раз он прокрутил, там еще, ну, какая-то выплыла внизу еще кусочек какой-то новости, ему интересно становится, он опять хочет это посмотреть. Он это прокручивает, опять кусочек там, да, появляется какой-то. И он постоянно это колесико вращает. Вот поэтому, да, говорит о том, что ум, он всегда ищет какого-то наслаждения, он привлекается этими картинами. И многие люди, они пугаются, да, если слышат, что духовный мир — это пустота. Да, для них это страшно. А как же эти картинки все, да? Как я могу оставить это все? Как это разнообразие в мире? И мы всегда едем в поезде, да, например, или в автобусе, что мы делаем? Мы всегда смотрим, да, смотрим в окно. Мы тысячу раз уже все видели,
Тысячу раз уже все видели эти здания, эти материалы, все из которых сделаны эти рекламы. И все равно мы ожидаем всегда, что что-то мы увидим новое. Что-то новенькое увидим, да, что нас порадует. Наш глаз, наш ум. Но лицо, что в материальном мире нет красоты. Это такое интересное утверждение. Оно тоже пугающее такое. Как это? Я же вижу цветы, я же вижу все, да, все это разнообразие, но мне привлекает мой глаз, привлекает меня. Как это нет красоты? А горы, да, если поехать на горы, а в Крым? Как же, это же красота. Да. Но говорится, что эту всю красоту мы воспринимаем с помощью, все равно с помощью своих чувств, да, и с помощью ума происходит восприятие, то есть через призму восприятия мы воспринимаем эту красоту. Поэтому та реальность, которая существует в мире, она от нас скрыта. Нам сложно понять именно реальность жизненную. Да, вот объект. Вот мы смотрим на человека, мы опять воспринимаем его через призму своего ума, да, обусловленности какой-то. То есть мы видим тело, видим его повадки, как он ведет себя, как это. И мы отождествляем просто человека с этим. Мы часто забываем о том, кто он есть на самом деле. Мы не привлечены той красотой этой личности, потому что душа, она в полной мере красива. Она в полной мере красива, и мы можем научиться соприкасаться с этой красотой. Для этого нам и дал Шрила Прабхупада практику. И поэтому в этом мире происходит обман. Такой, да? Такой происходит обман. В чем обман? Да? Это красивый обман. То, что мы этим привлекаемся, ищем в этом счастье, а в итоге разочаровываемся. В этом и обман. Потому что и привлеченные вот этой внешней красотой, мы не способны привлечься внутренней. Чтобы ей привлечься внутренней, нужно понять, что внешняя красота, она не сделает меня счастливым. И что такое же реальная красота, да? Это красота, которая рассматривается в связи с Богом, в связи с Господом. Вот, например, вчера, да, удивительные одежды божеств были, да, удивительные цветы, да, на божествах. Сегодня тоже, но вчера вообще удивительный задний фон, да, вот посмотрите. Удивительные шторы, да, там с разными. Ну вот и представьте, вот если бы мы это увидели, все вот просто так отдельно. Да? Вот фон стоял, да, где-то там, да, этот. Или одежды продавались на рынке, какие-то одежды, да, там. Ну да, красивые, вышитые. Да, но когда эти, ну, это все, оно служит Богу, оно становится по-настоящему красивым. И когда эти цветы, да, эти украшения, на, да, те веточки, которые висят, все, когда мы понимаем, что человек это делал для Бога, и тогда мы начинаем видеть в этом настоящую красоту. И наверняка каждый наблюдал за преданными в алтаре, которые служат божествам, да, которые поют киртан, которые пуджарят Шрилу Прабхупаде. Да, и можно на это просто так смотреть, ну да, что-то делают, совершают. Да. А можно наблюдать. Можно наблюдать, что же они делают. Да, что же они делают. И как Рамарупа Прабхупан сказал вчера, на лекции, что распознать красоту личности, да, как можно, он удивительно такое красивое выражение сказал. Он говорит, распознать красоту личности можно, увидев глазами любящего. Да, увидев глазами любящего. То есть это так и говорится, что нам сложно увидеть в Господе Бога, да, в Мурти, Мурти Бога самого Кришну. Но когда преданный, он служит ему, да, когда проявляет преданность Богу, тогда через эту преданность мы можем понять, что это Господь на алтаре. И то же самое это относится, когда преданные, они или чистят овощи, да, режут. Они тоже могут в этом настроении это все делать.
Или когда в Шри Прабхупаде кто-то пуджарит, или когда моет пол, или когда выходит на санкиртану, да? То есть можно это ощутить. Нам достаточно, мы мало наблюдаем в жизни. Да, можно наблюдать за тем, за старшими преданными, как они это делают. Мы почувствуем настоящую, ну, как бы, вкус к этому, да? Они могут передать нам. Нам нужно захотеть просто и быть наблюдательными. И эта красота, да, которая воспринимается посредством души, она привлекает, она очень привлекательна, потому что Кришна, он все привлекающий, да? Она очень привлекательна, эта красота. И чувства, которые они всегда поглощены чем-то, какими-то картинками материального мира, они естественным образом начинают контролироваться. Да, то есть эти чувства, они входят под контроль, да? Почему? Потому что они не рассеиваются на все остальное. Они поглощены этим процессом. Они поглощены процессом преданного служения. Да? Или даже когда мы наблюдаем за кем-то, да? Нам не хочется уже никуда, мы просто поглощены. Когда поет святой человек, да? Звук святого имени, мы поглощены этим звуком. Чувства, они не рассеиваются, мы ничего не хотим. Они автоматически, естественным образом становятся под контроль. Поэтому, чтобы по-настоящему научиться контролировать чувства, нужно как раз почувствовать эту красоту. Эту красоту. И эта красота, мы говорили, она может принята быть только от личности. Да, от личности, которая может ее почувствовать и проявить в нашем сердце. То же самое трансцендентная вибрация, да, которую мы всегда пытаемся услышать, да, она исходит также из уст духовной личности, да, из уст духовного учителя. И когда мы это понимаем, да, и в какой-то степени услышим, тогда мы поймем, что это не продукт моих усилий просто каких-то. Это не продукт моих усилий, а это то, что исходит от этой личности. И интересный момент, да, когда мы стоим перед божествами, да, или когда мы повторяем святое имя, или когда мы обращаемся к духовному учителю, да, чего нам просить у духовного учителя, да. И я слышал лекцию Бхактивьяна с вами Махараджа, ну, тоже по этому поводу, как раз по этому стиху. И вот он в конце лекции затронул тему святого имени. И он говорил о том, что чего нужно просить, да, у божеств, чего нужно просить у духовного учителя и у святого имени. И он говорил о том, что приводил статью Бхактисиддханта Сарасвати Махараджа, и он говорил, что единственное, о чем нужно просить, чтобы он дал нам, это Шудханаму, это чистое святое имя. Да, говорится, что, как бы, мы знаем стих это, да, Кама Сарва Кама Ва, Мокша Кама, Дарадвих, Тиврана Бхакти Йогина, Пурушампара, Яджета, Пурушампара. Да, говорится, что чем бы человек ни занимался, да, он полон желаний, свободен от желаний, он все равно должен поклоняться Верховной Личности, Богу, ну, совершать преданное служение. И здесь тоже говорится, что Бхактисиддханта Сарасвати, что единственное, что нужно просить, это Шудханаму, это чистое имя, да, от духовного учителя. Тоже неоднократно слышал, ну, я не читал, не помню, ну, как бы, источник книг Шрила Прабхупады, но я слышал от духовных учителей, старших преданных неоднократно, что для чего нужна инициация человеку, да? То есть для того, чтобы именно научиться воспевать чисто святое имя. Если у нас какие-то другие мотивы в этом, то говорится, что не нужно спешить. Пока не нужно спешить, потому что все остальное мы можем и так получить в жизни. Что, да, даже нам Абхас, он дает
все, да, все мокшу, даже освобождение дает нам Абхаз. Ну, не говоря уже о каких-то богатствах или... И Бхактисиддханта Сарасвати, он именно сказал, я процитирую, подходя к Божеству, мы ничего не должны просить, кроме чистого святого имени. И также Бхактивинода Свами Махарадж говорил о корне всех оскорблений, да, это викшепа и прамада. Мы часто об этом слышим. И он говорит, что все оскорбления, они как бы появляются из невнимательного повторения святого имени. Даже если сейчас мы, например, второе оскорбление, да, святого имени, там приравнивать Господа Шиву, Господа Брахму, да, к имени Господа Вишну, считать обладающим тем же могуществом, то нам кажется, ну какое ко мне имеет это отношение, да? Ну какое ко мне это имеет отношение? Я же, в принципе, не оскорбляю, я не считаю так. Все нормально. Он говорит, что если продолжать повторять невнимательно, тогда это оскорбление, оно проявится. Интересный момент такой. То есть оно не то, что как бы, если у нас нету, невнимательное оскорбление, оно приводит к тому, что мы начинаем совершать эти оскорбления. И Бхактивинода Тхакур, он дает лекарство от невнимательного повторения. Он говорит, что Кришна, он происходит от глагольного корня карш, ну, что значит всепривлекающий. Да, и говорит, что святое имя, если повторять правильно, то оно поглощает. Да, оно поглощает ум, чувства. Оно как бы оно притягивает душу, да, таким образом. И если душа, она не погружена именно в звук святого имени, да, то тогда она думает о чем-то другом. Ну, мы или смотрим по сторонам, да, там, или что-то делаем во время воспевания, или нам просто неинтересно, да, или мы просто это делаем для того, чтобы сделать и уйти, заняться чем-то другим. Это значит, он говорит, что мы не повторяем святое имя. Он и сравнивает с этим, Бхактивинода Свами Махарадж сравнивает это с магнитом, да, который притягивает опилки, притягивает металлические опилки. И если между магнитом и опилками поставить толстую картонку, тогда его как бы, степень притягательности, да, она снизится. Да, если вообще, ну, как бы, может даже исчезнуть. И это сравнивается с тем, что эта толстая картонка – это наше ложное эго. Да, и оно стоит между нами и Кришной. И поэтому Святое Имя, оно обладает всем могуществом полным. Но так как есть эта обусловленность, то Господь, он говорит, что Он как бы, как же Он сказал, Он забирает потенцию. Он забирает потенцию Святого Имени. Да, чтобы, ну, чтобы мы работали. И что он говорит, да? Интересно, когда мы повторяем святое имя, и мы не слышим святое имя, да, мы не привлечены звуком святого имени, да? Тогда он говорит, что нам нужно делать. Как только мы почувствовали, поймали себя, что святое имя для меня непривлекательно, да, вот когда мы повторяем и чувствуем, что святое имя для меня непривлекательно. Мы это почувствовали. И он интересно делает акцент такой, говорит, как только мы почувствовали. Говорит, ну это как только можно сравнить с вечным состоянием. Говорит, что да, мы обычно не чувствуем. Да? Но как только мы поняли о том, что мы не чувствуем, да, он говорит, нужно сделать две вещи. Ну, наверное, многие знают, да, часто об этом говорится. Какие-то две вещи. Да, это как лекарство он дает. Кто-то знает, наверное. Какие две вещи мы сделать должны? Да, что такое?
знает, но я скажу. Да, он говорит, первое это вспомнить. Да, и второе, он говорит, сразу, ну, первое это, чтобы Марко правильно сказал, видно, что он это делает. И первое это вспомнить о смысле святого имени, да, ну, что мы повторяем, да, что это сам Господь. Говорит, и потом сразу же, немедля, говорит, сразу же, немедля перейти на уровень сердца. То есть первое – это уровень ума, что мы вспомнили, да, как бы, ну, самбанху. И второе – это перейти на уровень сердца. И что значит перейти на уровень сердца? Он говорит, заплакать от того, что находимся в этом состоянии. Да. Это два момента. Он говорит, Господи, я произношу имя Кришны, находясь рядом, и меня совершенно, и мне совершенно наплевать на него. И вот, вот это состояние, эти две вещи, это единственное лекарство от викшепа, говорит. Единственное лекарство от невнимательного повторения. Он говорит, что можно попробовать хотя бы один круг, да? Хотя бы один круг с этим настроением повторять. Как ребенок зовет мать. Да, говорит, что это значит? Говорит, мне надоело уже быть отвлеченным. Мне уже надоело быть отвлеченным. Интересно, Бхактинода Такур, он также переводит, да, когда переводит смысл Махамантры, то первое, Харе и Кришна, они переводятся как «пожалуйста, привлечи к себе мое внимание». Да. У Радха, привлечи к себе мое внимание. У Кришна, привлечи к себе мое внимание. Это о чем говорит? О том, что душа, она понимает, что я отвлечена. Да. Я отвлечена от Кришны. Поэтому Харе и Кришна. Пожалуйста, привлечи к себе мое внимание. Это и есть то первое, да, с чего начинается. Это процесс выздоровления. И два принципа, с помощью, как же это сделать. Да? Как же это сделать? Дальше тоже Бхактивинода Такур, он говорит, что ну, если у нас нет силы, мы не чувствуем, да, ну, что я как бы, могу это сделать. И два принципа, с помощью которых можно это сделать, Бхактивинода Такур говорит. Это первое это абьяса, и второе это вайрагья. И абьяса это, он говорит, это стабильность каждый день в одно и то же время, да, сидя, ну он советует сидя, стабильно повторять. И вайрагья это значит, что не ожидаем от того, что материальный мир сделает нас счастливым. То есть мы полностью пытаемся быть зависимым от святого имени. На тех часах без десяти, но реально уже без трех минут. Спасибо большое. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Может, есть какие-то исправления, дополнения? Хотел вас спросить, а что такое предаться Кришне? Да, ну, мне сложно сказать, что такое предаться, да, Кришне. Я могу сказать то, что я слышал от старших преданных, ну, по крайней мере, на нашем уровне, это следовать, да, следовать практике, строго следовать практике на нашем уровне, иначе предаться Господу. На самом высоком надо передать микрофон. Было сказано о том, что очень важно наблюдать за тем, что происходит вовне, и в частности за преданными,
и был совет также наблюдать за старшими. У меня вопрос. Если я наблюдаю за старшими, за равными, за младшими, и я вижу все время недостатки, причем чем больше наблюдаю, тем вижу больше недостатков. Первое, каков диагноз мой, если такое происходит, и что мне делать? Я знаю, что Ешедуков ему задал этот вопрос для меня. Но если мы видим недостатки, первое, это то, что я слышал в первую очередь, это Ешода Кумара. Если я вижу недостатки, нужно мне понять, что причина во мне в первую очередь. Да. А? Мне? Недостатки не разрушают, я теряю цель и так далее. Ну, если я вижу недостатки, да, в ком-то. Ну, во-первых, я тоже скажу вещь такую интересную, что это христианская тоже пословица, не знаю как, что если мы сконцентрированы на недостатках других, то нам некогда любить их. Этих других. Поэтому мы должны понять, что нам нужно соприкасаться с чистотой, да, что каждый человек — это душа. Если я вижу недостатки, да, это просто проявление какой-то обусловленности, да, какой-то, но та чистота, которая есть, я с ней просто, значит, не соприкасаюсь. Что мне делать, если я вижу недостатки? Ну, мне нужно в первую очередь, если меня это волнует, да, если меня это беспокоит сильно, то я могу обратиться к старшим, да, и спросить, объяснить ситуацию так и так. Я вижу вот эти недостатки, меня это очень сильно беспокоит, пожалуйста, объясните мне, в чем дело. Ну и в то же время нужно понимать, что если мы видим недостатки и не видим хорошего, то это, скорее всего, отражение просто моего состояния сердца, это значит, мне нужно работать над этим тоже. И когда мы переключаемся на работу над собой, тогда у нас нет времени искать других недостатки. Как-то так, не знаю, может, правильный ответ кто-то.